In October 2002, terrorists seized several hundred hostages in a Moscow theater and call for the withdrawal of the Russian troops from Chechnya. They demand that Politkovskaya act as a mediator. She accepts. И она пыталась разговаривать с этими людьми, она пыталась уговорить их освобождать заложников и вызвала страшную злобу, в том числе у террористов, которые там были с оружием. Они думали, что она будет им сочувствовать. Она не могла им сочувствовать, она сочувствовала, как обычно, заложникам. В ней все ошибались, понимаете? Но ее сочувствие не мог рассчитывать начальник, в том числе я, террорист, в том числе тот, который удерживает заложников, какой-нибудь армейский чин. Никто не мог рассчитывать на ее сочувствие в рабочее время. Она сказала, говорит, Илья, если меня там не будет, то там может случиться самое страшное. Пока я там, никто ничего взрывать не будет. Мне позвонила, и я не помню, мне, сестре, кому-то, да, она сказала, Илья, говорит, пока я веду переговоры, ничего случиться не может, да, потому что я вижу глаза их, да, все, пока что они не собираются ничего взрывать. There are no more negotiations. When a Russian special unit storms the theater, 129 innocent people die from a toxic gas that was never identified. All the surviving terrorists are shot. But one of them left the theater just before the attack. Anna finds the man and writes an article. Terkibáyev was a double agent, working for the Russian Secret Service. Но мы напечатали выводы из этого дела, что это профессиональный провокатор, скорее всего. Что здесь ощущается, может быть, такая специальная операция, которая вышла из-под контроля. Когда сначала хотели создать террористов, потом их обезвредить. Но на каком-то этапе произошел сбой. Это была наша версия. И этот сбой привел к реальным жертвам и к реальному террористическому акту, в котором, ну, естественно, повинны там все, кроме заложников. Он сбежал из России, то есть ему дали уехать. То есть он террорист, он в списке тех, кто захватывал Норд-Ост, но ему дают уехать из страны. Затем в Баку он попадает в странную аварию и умирает. Anna publishes another disturbing article. A tape seems to show members of a special unit shooting a man lying on the floor after the attack, as if to make sure that there were no witnesses.